По сети WhatsApp на адрес нашей передачи от одного из жителей города пришло видео аварии, произошедшей в окрестностях Нового Базара. Здесь столкнулись автомашины Toyota и Nexia. Других сведений автор ролика не сообщает. На пульс 101 поступил звонок от жителей дома номер 17, расположенного по Тамерлановскому шоссе. Горожане сообщили, что из одного из подъездов валит густой дым. На место происшествия выехала одна пожарная автомашина и 7 человек из числа личного состава. Как выяснилось, здесь горел электрический ящик. Как пояснили жители дома, в подъезде кто-то проводил электрические работы. Когда они стали там возиться, опять еще хуже взрыв раздался. И когда уже вышли, уже щечки все горели. Пожарник, вы сами, да, звали? Да, сами звали. В течение нескольких минут пожарные щит потушили. Сейчас дознаватели выясняют причины возникновения огня. Днем авария произошла на улице Абдраимова. Здесь столкнулись автомашины Volkswagen Golf и Toyota. В результате удара водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в электрический столб. Обе автомашины получили серьезный материальный ущерб. Кто виновен в ДТП и чья страховая компания возместит материальный урон, сейчас выясняют сотрудники дорожно-патрульной полиции.